Эльвира Эберг завоевывает победу в первом масс-старте сезона. Напомню, что вчерашняя победа в гонке преследования стала первой в карьере девушки. Серебро, опять же, как и в гонке преследования, получает в борьбе Жулия Симон. И третьей становится россиянка Кристина Резцова, которая впервые в карьере залетает на подиум на этапах Кубка мира. Все призеры имеют по два штрафных круга. Доротея Вирер сдалась на последних метрах дистанции в борьбе за призовое место, четвертая позиция. Пятой неожиданно становится Ясыца Ислова с чистой стрельбой. И шестое место Марты Олсбю-Ройзеланд, которая продолжает лидировать в общем зачете. Три украинки получили шанс участвовать в масс-старте. Дарья Блажко стала лучшей, 26 место с четырьмя промахами. 28 Юлия Джимана, стреляв 7 промахов. И с четырьмя штрафными кругами Елена Белосюк стала 30-й.